Пожарно-спасательный спорт в очередной раз объединил на одной площадке самых ловких и сильных ребят Ленинского района. Сегодня перед ними задача не просто выполнить тренировочный элемент, но и принести заветную награду в копилку достижений своего учебного заведения. Волнение присутствовало не только у непосредственных участников, но и у группы поддержки, педагогов и даже организаторов. Важно, чтобы соревнования прошли на высоком уровне. Летняя спартакиада «Сделай правильный выбор» проводится на территории Ленинского района города Бреста. Ребята от 14 до 17 лет – это сегодняшние наши участники. А вообще спартакиада подразумевает участие всех школьников и гимназистов Ленинского района города Бреста в тех 7 видах спорта, которые в первую очередь занимают их досуг, отвлекают от компьютера, от смартфонов и обязательно развивают физическое здоровье, психическое и обязательно дают возможность зарядиться энергией на будущее. Пожарно-спасательный спорт имеет большую историю. За долгие годы существования в его рядах побывала не 1000 мальчишек и девчонок. Требования, предъявляемые к спортсменам, довольно высокие. Кроме ловкости, скорости бега, точности и силы, ребята должны быть знакомы с отдельными элементами пожарной техники, уметь ее использовать по назначению. К слову, результат приятно удивил и организаторов. Элементы непростые, но учащиеся, вот дети, справились очень, скажем, хорошо. Я бы даже сказал, на отлично. Вот даже сравнивать результаты сегодняшней эстафеты и эстафеты, которую мы проводили вот совсем недавно, команд добровольных пожарных дружин, то разница совсем незначительная. Каждая из почти полутора десятка команд смогла достойно показать уровень своих навыков и умений. Однако соревнования есть соревнования. Здесь всегда есть победители. Лучшей по итогам состязаний стала команда средней школы номер 27. Сложно было именно момент второго, третьего этапа. Ну и четвертый тоже был довольно-таки сложный. Но мы поняли, когда оторвались, когда уже четвертый этап добегала. Второй только каску снимал. Очень интересно, ну и, в принципе, такой спорт для более таких храбрых. Улыбаемся. Любителей порисковать. Анастасия Ноздрин, Платиска, Андрей Щербандун, Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».